Какие у вас есть воспоминания со школьных времен? Наверное, те самые уроки физкультуры, когда вы занимались, а учителя просто смотрели. Или когда на уроке математики приходилось нервничать у доски, а учителя снова просто смотрели. Но сегодня все наоборот. Учителям придется бегать, прыгать, нервничать, решать сложные задачки. А мы за этим будем просто наблюдать. Это педагогический турслет. Мы решили провести первый педагогический туристический слет для молодых педагогов. Для того, чтобы молодые педагоги из школ, и дополнительного образования, и дошкольного образования совместно встретились, поучаствовали, познакомились, узнали поближе друг друга, и потом, чтобы они вместе могли реализовывать какие-то, возможно, интересные проекты, продвигать какие-то интересные идеи. Это игры на сближение, создается дружеская теплая обстановка, которая сближает. Испытания интересные, захватывающие, весело, задорно. У нас все получается. Каково сегодня быть по другую сторону доски, когда вам нужно выполнять задание, а не вашим ученикам? Это сложнее? Это намного приятнее, я бы так сказала. Очень интересно, очень увлекательно и весело. Наверное, викторина была самая более сложная, а остальное, в принципе, легко. Ничего сложного. Что сложного было в викторине? Ну, знания. Знания Ямала. Я здесь для того, чтобы, во-первых, разнообразить время провождения своего рабочего дня и, конечно же, повысить коммуникабельность и, конечно же, коллективизм. Это очень работает на слаженность команды.